Сегодня хочу с вами записать видеообзор на такое приложение, как Радио Плюс. Нажимаем на него. Приложение находится в категории «Видео и музыка» магазина для Windows 8.1 «Профессионал». Что же мы сначала видим? Видим скриншоты. Вот разные всякие возможности, все написано на английском языке. Оценка 4.6, хорошая, 93 оценки всего. Вот, все вот, которые комментарии написаны, все пятерочки стоят. И поддерживаемые языки, русский есть, но как его ставить, никто не знает. Ну, как, не знаю. Будем надеяться, что когда-то мы разгадаем эту загадку. Вот, ну, нажимаем кнопочку «Установить». Сейчас вот началась загрузочка. Загружается наше видео. О, не видео, господи. Загружается наше приложение. Вот оно уже и установилось. Радио Плюс. Что же мы видим здесь? Kiss FM, русская, Радио Рокс, Шансон, Ретро, Лаунч FM и разные другие, которых я даже не знаю. Ну, попробуем мы с вами Kiss FM. Да. Пошел. Дальше. Европа Плас. Работает. Просто с нажатия одного. Русская. Вот. Уже начал работать. Очень быстро не включается. Ну, конечно, все зависит еще от вашего интернета. Вот. Не знаю, слышно вам или нет. Вот. Радио, разные видите. Sprich sie an, du bist ein Mann der schönen Worte. Heute machst du sie dir klar, sie ist eine richtig geile Torte. Schlender doch mal rüber, es sind nur ein paar Schritte. Elektro-Titte, Elektro-Titte. Вот, послушаем. Вот релакс, конечно, никому не помешает. Романтик, ретро, мои станции опять. Вот так вот выглядит наше с вами приложение.